В общем, не попал я на этот фестиваль искусств, потому что не нашел места для парковки, народу куча, думаю, ну и ничего страшного. Вот, не нашел места там, где припарковаться, поэтому, в принципе, я все равно в рамках прогулки. Мне не сильно хотелось там толкаться в толпе и смотреть на фокусников, может быть, в следующий раз. Вот, но по дороге домой доехал вот до такого места. Это, собственно, бывший концлагерь, который когда-то находился здесь. Тут огромная каменная надпись. Вот я пойду, может быть, даже туда попробую дойти. Тут, правда, все в колючей проволоке. Вход на территорию музея через центральные ворота. Это Майданек, этот музей там. Дальше, но отсюда с камеры не видно, но я там видел, что стоят какие-то вышки охранников сторожевые. Если честно, сильно желания сегодня заходить нет. Может быть, в следующий раз. Но вот эта надпись, она реально большая. Она привлекает внимание, ну, может быть. Может быть, не все хотят про это вспоминать. Ну и вот это уже окраина города. Там пустырь. В принципе, ничего нет. Вот. Но народ сегодня тут гуляет. Вообще в городе людей не так много, не считая той толпы на фестивале. Но еще расскажу, что просто заленился туда ехать. Может быть, вечером поеду, но скорее всего нет. Вот там дальше видны вышки концлагеря. Но туда я, вероятно, пойду в следующий раз. Вот такая. Ну, вот, ну, вкратце про мотоцикл Yamaha XT600. Ну, в городе, в принципе, мощности более чем достаточно. Тормоза, ну, чуть-чуть оставляют желать лучшего. Ну, в принципе, вменяемо. Ну, и, конечно, для моего роста 1,76 м, она нормальная. Но можно было бы чуть пониже. Вот, вкратце, вот такая история.